В деревне Малые Колпаны, это Гатчинский район области, всплеск народного возмущения. Жители этого населенного пункта требуют от властей воды, ведь в местных колодцах и скважинах ее практически нет. Зато в изобилии нефтепродукты. Казалось бы, забавная история, но для людей это настоящая бытовая трагедия. Сегодня они пообещали перекрыть Киевскую улицу в деревне. На месте работает наш журналист Юрий Баранюк. Сейчас он на прямой связи со студией. Юрий, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, Ольга. Тут действительно трудно дышать. В воздухе витает запах дизельного топлива. И людей, которые решили громко заявить о своей проблеме, можно понять. Они решили непрерывно ходить по Киевской улице по пешеходному переходу, чтобы ограничить автомобильное движение таким образом. Но, отмечу, им удалось перейти дорогу всего лишь один раз, потом полицейские выставили оранжевые конусы, а все, что происходило, назвали несанкционированным митингом. И предупредили его активистов, что им придется проехать в полицию, чтобы дать письменные показания, вот как это было. Мероприятие не согласовано, к тому же сопряжено с возможностью перекрытия региональной трассы. После того, как вы сейчас закончите разговаривать с главой администрации Гатчинского района, вы будете доставлены в УВД для составления административного протокола. В итоге все же составили только несколько протоколов, а большинство пенсионеров ушли по домам. И отмечу, они считают это своей маленькой победой, к проблеме им удалось привлечь внимание. Сюда приезжали и глава районной администрации, представители прокуратуры и Роспотребнадзора. Последние, кстати, заметили, что вода в местных скважинах действительно не соответствует санитарным нормам. Мы продолжаем следить за развитием событий. Ольга. Спасибо. Юрий Баранюк рассказал о том, что этим утром происходило в деревне Малые Колпаны. Люди пытались перекрыть Киевскую улицу, чтобы привлечь внимание к своей беде. В деревне нет воды.